У православных светлая седмица – самое радостное время в году. Службы в храмах в эту неделю особенные. Меньше молитв, больше гимнов. Царские врата всегда отворены в знак того, что рай открыт для всех. Вся эта неделя светлая для христиан. Перед лицом Господа нужно хранить веру в душе и быть добрее. В душе вообще светло, тепло, радостно. Не знаю, несмотря на эту пандемию, несмотря ни на что, хорошо себя чувствую. В течение светлой седмицы принято заниматься благотворительностью и ходить в гости. А каждое утро христиане стараются вкусить хотя бы кусочек кулича или рулета, освященного в ночь воскресения, до основного приема пищи. И пусть праздник принято отмечать щедро накрытым столом, священники призывают к умеренности. Пасхальный период у людей выходные, у школьников каникулы, а соблазны не заканчиваются. Мы призываем и старый млад ничем не злоупотреблять. Знайте меру в еде и алкоголе, и пусть во всем в жизни будет умеренность.